Для вашей команды сегодня что стало ключевым в этом результате? Ну, я думаю, мы много удалялись. Начали, конечно, игру хорошо. Били, не прокатывались. Во втором периоде, может, ЦСКА немного добавила. Но мы начали совершать нелепые удаления. Я думаю, это был ключевой фактор. Как вы думаете, эти удаления были справедливы или какие-то вопросы есть? Ну, ЦСКА добавила, а мы, к сожалению, не смогли, так сказать, первый напор удержать во втором периоде. И, были нелепые удаления, сами совершили. Судим, по этим удалениям претензий нет. В атаке все же не хватало, наверное, агрессии, хороших каких-то комбинаций. Почему все хвалили защиту ЦСКА, поэтому плей-офф так ли она непроходима? Да я бы не сказал, что непроходимо, просто мы не так хорошо сыграли. Многие опять же говорят, что ЦСКА чисто физически очень сложно против него играть. Как вы выдерживали все-таки этот настрой ЦСКА, если можно сказать? В первом периоде мы начали. Я думаю, мы полностью переигрывали в первом периоде. Ну и, может, чуть-чуть подрасслабились, что даже что, не знаю, что сказать. Ну, расслабились или все-таки силы как-то стали? Не, не расслабились, а просто даже не знаю, как сказать. Будем работать, тренеры нам скажут. Вообще, как дальше действовать? Вообще так и мы же ЦСКА тренеры нам скажут, как делать. Существенно все-таки отличается игра ЦСКА от Салавата? Ну, у Салавата я бы сказал более такой комбинированный хоккей, а у ЦСКА все в основном на ворота, и они стараются все добивать, это все бросать. Спасибо большое.